Бля, насправді ось ці на цих колесах охуєнно виглядають ці шини. Бо так як мене дивитися, це охуєнно приграва, це прикольно. Типу. Ну так, да, типу воно чисто з зазорами якось на природі. Так, да, воно з переднього взагалі пізда стрьомна, типу, знаєш. А з заднім, ну, ще куди не йшло. Типу. А що, як тобі їдеться, відчуваєш її? Ну, чесно, типу, прямо. Ну, я думаю, белая отмена. В смысле, этот. Ну, рожевый такие, типа, бежевый. А за контур черный, типа? Ну, да, да. По классике? Да, ну, можно оце еще контур дать, типа. Непогано выглядит. А оранжевый что? Да, може на outline якийсь там, бэк, типа. О, можно... А, ну, нам, типа, на двоих, да, надо как-то раз... Черно-фиолетовый, типа, контур можно сделать. Да, да. И оранжевые приколы, допустим. А желтый оставить еще. Смотри, еще что-то. Ты шо? Песня. Монтана Кенса, пацаны рисуют чисто. Лупом. Монтана Луп. Кто-то заехал сюда. Так а что, мы черно-фиолетовым контурим? Не, ну, раз они проехали, никто их не вызывал. Как думаете, жовтым контуры это еще рыжа? Да. У нас будет как раз больше рыжа и школы. Оранж? Да, да. В тебе два оранжа. Да, да, увидел, увидел все. Так, ну розовый мне не нужен, наверное, пока только обрезать буду.
Кубик несется. Бля, все, я в восторге. Ебать, это прикол? День рождения пиццерии. Вонюха.